Здравствуйте, дорогие друзья. ЭВС Прага Про. Да, ну туда, Алексей, смотрим. ЭВС Прага Про. И у нас коротенькое, спонтанное почти интервью с нашим профессиональным культуристом Алексеем Шабуней. Здравствуй, Алексей. Здравствуйте. Алексей, скажи, пожалуйста, ты год не выступал. За этот год изменения в своем теле какие-то ты сделал, как ты сам понимаешь, думаешь? Ну, не знаю, это первый старт, первая сцена, первый старт покажет со стороны. Вот. Только после того, как выступлю на соревнованиях, я смогу то есть полномасштабно оценить себя со стороны и сказать что-то либо. Я понял. То есть ты сначала все-таки делаешь как бы пробу пера, а потом уже будешь дальше смотреть, правильно? Совершенно верно. Вот. Мне хотелось бы еще уточнить такой момент. Тебе вот это действие, которое сейчас происходит, ну как это, митинг или представление болельщиков, оно тебе само по сути нравится или нет? Встреча с фанатами, да. Скажем так. Ну, в принципе, нормально, просто уставший очень. Сегодня в 4 утра встал, практически не спавший, еще приболел немножко. Поэтому плюс нужно было сегодня присутствовать на... Как это называется правильно? Понятно, регистрация. Регистрация, да, очень долго проходила, поэтому немножко вымотанная. А так, в принципе, нормально все. Много фанатов подходит, фотографируется. Приятно, узнают. Я понимаю так, что вы опять с супругой везде и всюду вместе. Ну да, как уже заведено, не разлей вода. Она мне помогает просто везде, как бы, поэтому проще так немножко. Грим. Ну, грим. Что грим? С гримом как? Проблема есть, нет? Пока что нормально, не знаю, посмотрим, что завтра утром будет. Ну, вроде сказали, что загримируют еще раз. Но я с собой взял, перестраховался, поэтому я думаю, что все в порядке будет. Вообще, на что ты надеешься на этих соревнованиях? Надеюсь, как можно достойно показать форму, скажем так. А уже все зависит от судей. Вот, поэтому... Форма есть, я вижу, на самом деле. Осталось только ее предъявить на осмотр покажем, и... Покажем обязательно. Пожелания твои тем, кто будет смотреть наше интервью. Ну, пожелания. Болейте за наших спортсменов. Болейте за Алексея Шабуню. Болейте за Софию Танделян. Это два наших спортсмена, которые завтра будут отстаивать наши интересы. Всем удачи. Удачи.